Всем привет-привет, ребята, меня зовут Женя Гейн, и сегодня я дома совершенно одна, йоху! Настал тот самый момент, что в доме абсолютная тишина, я могу снимать в любой комнате, то есть сейчас я снимаю в зале. На самом деле я люблю тишину, одиночество, я обожаю, когда дома никого нет, когда я совершенно одна остаюсь дома, и я от этого кайфую, потому что я могу делать все, что угодно. Ну ты понимаешь, о чем я. Напишите обязательно в комментариях, любите ли вы оставаться дома одни, если да, то почему, если нет, то тоже почему. Вот я и решила воспользоваться моментом, пока никого нет дома, снять для вас видео о вещах. Друзья, вещи, которые я хочу вам сегодня показать, они действительно очень классные, качественные, подойдут вот сейчас на осень, даже, может быть, подойдут кому-нибудь зимой из вас, но если, в принципе, зима не очень холодная. Первое, то, что хочу вам показать, это нереальной красоты пальто. Это черно-белый искусственный мех, сделанный под лису. Очень-очень стильно смотрится, невероятно дерзко, элегантно, красиво. При моем росте 1,80 м, при моих длинных руках все идеально мне подошло. Длина рукава мне идеально подошла. И длина самой шубы. Скажите мне, как это правильно называется? Шуба или пальто? Ну, если здесь искусственный мех, то, соответственно, это шуба. Хотя на сайте пишут, что это пальто. Это шуба на петелечках. Я заказала себе в XL размере. Вот признаюсь честно вам, ребята, раньше при выборе шубы я никогда не зацикливалась на том, что мне нужно обязательно искусственный мех купить, потому что жалко животных. Я об этом никогда не думала. И речи у меня не было даже, чтобы я искусственный мех себе покупала. Я покупала себе натуральный мех. Но сейчас, ребята, повзрослев, осознав некоторые моменты в своей жизни, я не могу позволить себе купить шубу из натурального меха или кожаную сумку, вещи из животных. Так вот, ребята, теперь я отдаю предпочтение только искусственным мехам. Если сумка, то не из кожи, а из кожезаменителя. Теперь покажу вам очень теплую парку. Она тоже с искусственным мехом. Мех красивый, мне он тоже очень нравится, и парка это очень-очень теплая. Внутри у нее подклад из искусственного меха, она невероятно теплая, у нее большой капюшон. Я тоже специально выбрала ее в XL. Рукава длинные, мне тоже все как раз, попку прикрывает эта парка. Парка сейчас в моде. Тяжелая такая, конечно, но зато тепло. Следующее, то, что я себе заказала, это портупею. Наконец-то я ее себе заказала. Я давно на нее смотрю, но никак я не решалась ее заказать, потому что все-таки как-то это пошловат. И мне это очень нравится, когда сочетают такую тяжелую, мужественную вещь, которая ассоциируется с оружием садомаза, с каким-нибудь женственным, легким, нежным нарядом. На самом деле портупею можно носить с любым нарядом. Даже вот я вам сейчас продемонстрирую, если просто надеть ее на свитшот, уже свитшот по-другому смотрится, смотрится все стильно, прикольненько, необычно. Да, и вот этот свитшот, который сейчас на мне со Спанч Бобом, он мне тоже очень понравился, но единственный минус на нем брак есть. Я не знаю, видно ли издалека, но здесь в принте, где глаз. Такое впечатление, что принт просто не докрасили, клей вот этот не доклеили, и на глазу здесь брак, поэтому не рискуйте, лучше не заказывайте эту кофту. Я хожу в ней дома. Следующее, то, что хочу вам показать, это вот такой свитерок. Этот свитерок укороченный, очень модный, 3/4 рукав. И поясница тоже как бы открытая. Сидит очень стильно и красиво. Я думаю, что эти очки вы тоже видели в моих видео. Многие спрашивали, где я их купила. Я купила их на eBay. Ссылку постараюсь найти, оставить ее под видео. Мне они нравятся, я люблю меняться. И образ в очках мне тоже очень нравится. И на самом деле, ребята, очень удобно. Если вам лень делать макияж, то надевайте такие очки, идите. Никто даже не заметит, что у вас нет макияжа. Они хорошо скрывают ваши припухшие глаза. В последнее время я схожу с ума от таких сумок из ткани, сумок пакет, потому что мне с ними очень удобно ходить по магазинам либо в баню куда-нибудь. Я в них закидываю там тапки, полотенца, какие-либо принадлежности свои, и очень-очень удобно, в машину бросил. Моей маме тоже они очень понравились, поэтому я решила заказать себе две. Вот эту с надписью Dior я подарю маме, а вот эту я оставлю себе. Еще один свитшот, который я себе заказала, вот с таким ярким травяным принтом. Мне он очень понравился, на самом деле. Он тоже такой длинненький, рукава мне как раз, и в нем очень приятно и тепло. Где-то я слышала, что кошки, у которых разного цвета глаза, они счастливые, они приносят удачу, поэтому я решила тоже заказать себе такой свитерочек. Ну что, ребята, буду заканчивать свое видео. Хочу сказать еще то, что мы уже в Японии находимся 2 месяца, и
Нам остался еще месяц по визе. Дальше нам нужно будет обязательно выехать из страны, но мы хотим продлить визу. Мы теперь хотим сделать годовую визу. Мы подаем все возможные документы. Ждем результата, но обязательно все равно нужно будет выехать из страны. Зависли. Ничего не охота делать, и никуда не хочется ездить. Я не знаю, что со мной происходит. Это влияние все-таки, что я не видела родителей давно. И тут Карим, Софи, мама, папа, мы как-то все вместе. Неохота вообще никуда ездить. Нужно поехать еще в Токио. Не знаю, успеем ли мы поехать в Токио. Ну все, ребятки, буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии под видео. Всем спасибо. Пока-пока.